Базар ТВ представляет. Приветствую всех зрителей канала Базар ТВ. Всех с наступившим новым 2020 годом. Запускаю старую винду, но на этот раз будет с Samsung Galaxy Core 2. Старенькая бюджетненькая модель. На Android 4.4.2 с 768 мегабайт оперативной памяти. Давайте запустим. И это Windows Chicago Build 73. Сейчас посмотрим, надеюсь, запустится. Вот Windows Chicago Build 73 запустилась операционка. Так вот, сейчас функционирует довольно-таки нормально. Клавиатура сразу выскочила. Чего же такого запустить-то для проверки? Ну, запустить бы червы, что ли? Карточная игра. Запускаем. Уже вел, оказывается. Так. Работает. Ничего, ничего, внученька. Все будет по-хорошему. Никогда он тебя не забыл. Ну, я пойду, по лесу похожу, на березке до елочки погляжу. Все в этом порядке. А ты тут похозяйничай. Не скучай, внученька. Я скоро вернусь. Функционирует без проблем. Можно, в принципе, выключить уже. Переводим. Настенька, не да! Куда ж тебя понесло, старый? Иди, иди в избу! Настенька! Вот такая вот получилась проверка на Samsung Galaxy Core 2. Это Windows Chicago Build 73G, бета-версия Windows 95. Всем большое спасибо вам за внимание. И еще раз с наступившим новым 2020 годом. Не забывайте подписаться на наш канал Базар ТВ. Нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. Ставить лайки. Ну и всем удачи и до свидания. Спасибо за просмотр на нашем канале. С вами был Базар ТВ.